Внутридворовые проезды, парковки, тротуары и пешеходные дорожки. В Звенигородском микрорайоне «Восточный» проводят комплексное благоустройство территории вблизи шестого дома. Мы здесь занимаемся парковками. Здесь проездом. Пешеходные коммуникации и парковки. Мособлэнерго в планах в этом году замена здесь опор освещения и светильники. В этом году, да. Помимо асфальтовых работ, в местном сквере обрежут деревья и уберут сухостой. Когда мы заканчиваем? Это двор, я думаю, еще дней 10. И мы с асфальтом отсюда выйдем. Да? Значит, дальше мы ждем Мособлэнерго. И с порубочным тогда смотрим, да. По сухим веткам. Порубочный – это уже до конца года. Жильцы дома 1972 года постройки озадачены проблемой остекления балконов. Они обратились к главе округа с просьбой помочь в решении вопроса. Пожелание Андрей Иванов передал профильным заместителям. И вот ждем перемен. Все наладится у нас. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».